Всем огромный привет, Хофф. Посмотрим еще один вариант гостиной. Еще больше гостиных на hof.ru. Здесь сразу привлекает внимание вот эта вот газетница. Слушайте, она такая классная. 2300 всего лишь. 2300 это водный водный гиацинт материал. Светло-коричневый цвет. Конечно, это Китай. Ну, конечно, к сожалению. Давайте книжку уберем. Все, на этом просмотр гостиной закончен. Я зависла над этой. Можно даже как полочку использовать. Можно вот так поставить. Она не тяжелая, но и не легкая. Блин, классно. И все, это а-ля натурель. Это вот на экологичные дома переходит. Присмотритесь, классная полочка. Так, здесь опять-таки предлагают рассмотреть два варианта. Одна часть состоит гостиная джаз. И гостиная, которую издалека название сейчас не увижу. Плюс тоже такие аксессуары интересные, которые дополняют и создают атмосферу в данной гостиной. Шкаф витринный. 14300 идет материал ЛДСП, стекло цвет каштанный Роби Оникс. 96 на 174, 39 и 4. По сравнению с предыдущими, эта мебель приятно трогать, смотреть. Ну-ка. Никаких доводчиков, ничего тебе тут не добавили. Да, вот это все можно приобрести в отделе декор. Это такие корзинки продаются практически везде. При желании даже в Пятерочке можно откопать. То есть это уже не что-то такое сверхъестественное. Сервант открывается. Опять-таки искусственные растения. Тоже взяли моду. На первый взгляд фурнитура вот именно в этой модели более качественная. Полка навесная. 118,6 на 26,7 на 21,6. Практически все гостиные формируются, если зона ТВ, то тумба и сверху полка. Может, это даже и удобно. Ручки, кстати, вот ручки классные. В IKEA настолько бывают ручки, которые они придумывают смешные и не соответствуют облику мебели. То здесь как раз таки вот этим ручкам большое уважение, кто разработал. Тумба 126 на 8 на 52,4 на 43 с местом для хранения, но такое ощущение, что опять провода просто будут передавлены. Да, вот смотрите, нету потайных кошечек. Шкаф с витриной, 15300 рублей. Он высокий, высота 210 идет на 40 на 56,2. Опять-таки скомбинировали каштанные Роби Оникс, вот это вот как раз таки Оникс, как я понимаю. Стекло полки. В отличие от IKEA, здесь нам не дают уже пофантазировать. Полки могут быть только так. Часть гостиной рассмотрели. Теперь следующая в Бруно. Вот, тоже продается со скидкой. 25% скидки. Материал ЛДСП, ПСП цвет, Sonoma H темный, Sonoma H светлый. Все, что хотите, за ваши деньги, любой каприз. Очень сложная дверь в плане. Здесь идет ребристая поверхность, это реально там нарисовано. И вставка сверху двойная. И еще и окантовка. То есть очень сложно, еще и ручка. И немножко есть ощущение, что ты попадаешь в Африку. Фурнитуру можно рассмотреть. Какую фурнитуру использует данный продавец, я не знаю.
Думаю, к сайту можно обратиться и посмотреть более характеристики, если они нужны. Кстати, смотрите, здесь идет поперечная линия. Шкаф не развалится. Высота, кстати, высота-то. Высота 197,2, 47,6 на 100. Вот это, конечно, классно, что он идет круглый угол, округленный, скругленный. Входит в пол плюс стекло. Так, 23,899. Следующая. Тумба под ТВ. Она получается вот эта вся со стеллажом снизу вверх. Цена 17,899. 189 высота. Опять-таки тоже сложно тут все. Все материалы, какие перечислены, не используют здесь, даже стекло. И за всю комбинацию можно сразу же заплатить 55,697. Будет вам счастье в виде гостиной Бруно. Как раз хвостиком идет вот такой небольшой шкаф. 13,899 рублей. 197,2, такая же высота, такая же фактурная дверь. И просто полки без каких-либо вставок, заморочек и так далее. Глубина тут, смотрите, 60 ширина, высота 197,2 и глубина 47,6. Ну, в принципе, не хлопают, и на том спасибо. Опять-таки, есть свои листовки, что входит в модульную систему Bruno. Единство сдержанных форм и плавности линий. Да, модули различные, шкафы навесные и так далее. Кресло Arizona за 10,000 рублей, стальное основание, плюс стальной каркас, плюс сама часть сиденья, она поролон, плюс просто ткань, металл, дополнительный поролон. Не стали заморачиваться, хотите сами, но по ощущениям это на микровелюр очень-очень смахивает. Тактильно приятно. Вот каркас, смотрите. Было бы прикольно, если бы можно было вот эти вставные части менять или подбирать под другой цвет. Кстати, здесь тоже идет стальной стержень. По основанию кресла очень такой твердый стол. Что здесь за стол? Журнальный столик, бесценный журнальный стол Натали, размер 120 на 35,4 на 59,5, 3500 со скидкой, ЛДСП, стекло, цвет дуб. Бамон. Еще один столик, он интереснее, нежели это Натали, с которого мы все начали, стоит 9,899. Дополняет серию Bruno. Опять-таки плавные углы. Полочка и идет комбинация цвета. 82 на 38,8 на 82. ЛДСП, ПСП, цвет Сонома. И эти всякие темные, светлые и так далее. Ну все, посмотрели еще одну гостиную. Как вам такой вариант? 12,590 будет вот такая лампа. Все, до новых встреч и пока-пока.